Всем добрый день. У меня прям стукнула сейчас мысль. Хочу сделать маникюр. Думала и надумала, не знаю. Я не записывала вообще-то. Свободна она, не свободна, не знаю. Пока еще работает. Вот, хочу посмотреть. Тут Димка, одежда. Тут распродажа идет. У нас самые приемлемые цены. Стрижки детские, мужские. О, Женя сидит. Лена вот все собирает, свои манатки. Куда я собираюсь свои манатки? Все, уезжает она. Да. Далеко все и надолго. Все, то, что здесь находится, все продают. Покупайте ко мне, приходите. Да. Косметика. Ой, здесь все. Эйвон. Мебель, да. Мебель, диван. Смотрите, какой красивый. Да, да. Приходите, покупайте. Приходите. А я на маникюр. Надумала. Что ты кушал? Декоративную. А, ты солянку кушал. Пойдем, а где мороженое? А вот здесь на углу, да, по-моему? Мягкое мороженое. Сашка знает, где мороженое мягкое. Вот такой вот маникюрчик у меня неброский. Базой. А, вот здесь. Ну давай, выбирай, какой ты хочешь. Хочу лесе. А? Не поняла. Лесе. Вот это что ли? Ты деловой самый? В стаканчике или вот такое? Потому что любую мне без разницы. Дайте одно по 400. Лесе. По 400. Какое, Саш? Вот это? Вот этот он говорит. Глясе? Глясе, да, глясе. Деловой малыш. Мороженое глясе называется. А он, получается, он как с кофе, да? Да. Вкусняшка такая. Цяпочка пришла. Моя славная. Ты хочешь кушать, да? Мой малыш. А у тебя же есть там еда? Ты такой шлёвный. Он мамке не дает спать, а? Засранчик. Развалится поперек кровати, да? Малыш. Он уже не малыш, а большой мальчик. Такой славный. Такой тяпа. Да, тяпа. А мы сейчас будем, ух, ужинать. Так. Но я суп не буду. Я буду. Ой, что-то живот полный. Семечек нагрызлась. А, семечек нагрызлась. Я думаю, что у меня живот полный? Оказывается, я поела кусочек торта. Кусочек торта поела. Здесь у меня фунчоза. Лена дала мне. И шашлычок есть еще. Так, а что, наверное, поем? Без каши, без супа. Вот шашлычок. Салат с огурцов сделала сегодня. Ты наблюдаешь за ним, Валера? Не за ней, за ним. За кем? За кошкой. Что ты наблюдаешь? Что, он кушает, что ли? С аппетитом кушает. Дурачковый малыш. Что кушает дурачковый малыш? Салат сделала с огурцов сегодня. Вот так вот. Смотрите. Веча называется. Шкурку сняла. Затем подсолила. Хорошо отжала, вот, заправила маслом. Ну, масло как, лук я нарезала, пережарила на сковородке и добавила сюда, прям в огурцы добавила. Ну, и специи всякие.
Такой салатик мы больше любим, чем просто вот так огурцы с помидорами. Ага, вкусно пахнет. Мой лежит зайчик, мой славный. Не знаю, что-то я в этом... Да? Тяпая. Так, 32. Моя вкусняшка лежит. Моя вкусняшечка такая лежит, маленькая. Всем доброе утро. Мы сейчас едем в поликлинику. У нас есть кое-какие дела. Да, Валера, скажи, какие дела? Какие дела? Хотим перейти в другую больницу. В другую поликлинику. Да, они почему-то оставляют палки. Не переводят. Почему-то. В чем причина, неизвестно. Почему они не переводят, хотя мы живем тоже вот в центре. И поликлиника это относится к нам. Пятая поликлиника. Сейчас вот едем выяснять. Смотрите, вот такая поликлиника номер 5. Шикарнейшая. Все, пойдем, Валера. На 8 микрорайоне, в принципе, тоже нормальная поликлиника. Но они говорят, типа, мы вас не будем обслуживать. Идите по месту жительства. А эти не хотят нас принимать к себе. Так что нам делать? Что нам делать? Остаемся мы так вот на воздухе. Надо что-то делать же с этим. Вообще говорят, куда хотят жители, туда можно и ходить. В любую поликлинику, какую хотите. Жители сами себе выбирают поликлинику. Они не имеют права. Тем более по месту жительства. Ну, вот какая регистратура. Здравствуйте. Куда? Вы вместе, да? Да, мы вместе. Я раньше в 8 микрорайоне жил, а сейчас я живу на Тулебит 76. И они мне говорят, идите по месту жительства. Я то, что говорит, это как его далеко ходить, медсестрам, они не пойдут. Да, подойдите, мне записаться надо. А для какой? Если ты сперва не сидите, не там, где еще зайдите, на прикрепление разрешения крови у медсестры возьмите. Макарова, 25. А? Макарова, 25. Короче, где это справочник, да? 231 кабинет, там разрешение на прикрепление. А 231 на втором этаже? На втором этаже, где из очереди зайдите. А, все понял. А зачем флюорография? Удостоверение.
Валера. Какой-то старичок. Куда пошел? Стоит он? Все сделали. Это, оказывается, надо прийти и сделать, да? А по телефону не делается эти дела. Все. Значит, мы переписались вместе с мужем в эту поликлинику. В эту поликлинику прикрепились, пятую. Вот. Так что так все нормально получилось у нас. Посмотрим, как теперь здесь будут обслуживать нас. В принципе, мне в 8-м микрорайоне все устраивало, но, знаете, когда вот заболеешь, я тогда вот в прошлом году заболела коронавирусом, они прям аж, ой, да мы не будем вас принимать, да, идите я сама по месту жительства, в свою поликлинику, в общем, вот не захотели принимать. Ну, и когда я делала операцию, вот, мне проходила всякие там анализы, он тоже сказал, почему вы к нам, наш участковый, идите по месту жительства. Я говорю, ну давайте я сделаю сначала операцию, а потом уже там видно будет. Вот. В общем, все вот так вот получилось. Здесь остановились возле заводского РОВД. А сейчас я хочу заехать в Феркан. Хочу взять гречки. Вот. Мы решили вместо риса побольше кушать гречки. Ну, это очень полезно, чем рис. Вот. И мужу нужно. То есть ему нужно, в первую очередь, полезно. Так, как же сюда зайти? Я, наверное, корзину не буду брать. Кто-то поставил прям вот так пакет свой. Какой умный нашелся. Или вот эту взять, что ли, тележку. Ох, она большая, да. Так, ну тут корма, как всегда. 195 цены такие. А что мне здесь надо? Мне, в принципе, здесь ничего нет. Что вот эти кашки взять, можно 6 злаков. Царь взять 525. А вот это увелка 485. Ну, я что-то увелка не решаюсь брать. А есть такая гречневая, которая нету? Лучше возьму вот 6 злаков, вот это вот. Или 7 злаков. Вот. Не требующие варки. Овес, пшеница, ячмень, рожь, гречиха, кукуруза. Вот. 4 злака есть, маква, 3 злака хлопья, вот такая, овес, пшеница, ячмень. Ну, я взяла 6 злаков, потому что там, вот здесь еще есть 6 злаков, гречиха, кукуруза, вот эту, наверное, возьму, дешевле, потому что это за коробочку они берут, вот. Так что, ребятки, переходим на кашки. Так, кукуруза. Пока ничего мне не надо. Сейчас надо мне еще гречки взять. Пакетик. Здесь всякие напиточки. Сижу на работе. Сейчас с Лизой пообедали. Приняла такие накидушки на кресло. Они слишком длинные. Я вот делаю вот подушку. Вот. У меня есть
наволочку для подушки, на замочки. Правда, замки немножко не подходят, но вот этот розовый поставлю. А может, вот этот? А может, вот этот больше подойдет? Как вы думаете? Или вот этот розовый? Наверное, розовый, да? Есть у меня такая подушка, типа корейская, с гречневой лузгой. Или лузгой. Вы же вечно меня исправляете, как правильно говорить. Наверное, скорее всего, лузгой. Вот сошью вот такой чехольчик. И подушка у меня вот такая. С гречневой лузгой. Это подушка от Фаберлик. Она была большая, я ее пополам сложила. Но здесь я лузгу вытащила и сделала маленькую подушечку. А теперь вот такая подушка. Вот, экологически чистая. Будем шить. Вчера там прочитала про одного, он с этой, какой же странный, с Ирака, что ли? Короче, недавно умер, а прожил, представляешь, 18 лет в аэропорту. Вот 18 лет прожил, короче, как получилось? Он выезжал из страны, короче, потерял паспорт, выезжал как беженец, что ли, что-то такое. Ну, всю жизнь он там политикой там занимался, все. И когда границу пересекал, он потерял паспорт. И остался там в этом, в аэропорту, в терминале. И у него такая фобия была. Он вот так выходит с аэропорта и не может дальше идти. И опять возвращается. Вот так он прожил 18 лет. Ну, он богатый был. Вот этот известный режиссер. Стивен Спилберг, да, выкупил у него права, ну, и создал фильм про него. А ему заплатил 250 тысяч долларов. Так всю жизнь прожил там. Интересно, да? Что только не бывает. Оказывается, на самом деле это было. Сейчас фильм такой, терминал есть, фильм. Надо посмотреть, что это за фильм такой. Наверное, интересный. Там играет Том Хэнкс, что ли, играет в этом фильме. Так, вот так, наверное, я сделаю, да? Удобнее будет его открывать. Ты же, наверное, уголки тоже будешь застрять? Ну, значит, покороче надо сделать. Чуть-чуть. Не будет с ушами, наверное, так. Как посылку делать, тогда уже чуть-чуть застрять. Ну. Так и сделаю. Я приехала в супермаркет «Спектроид». Посмотрите, тут листы ноли. Так, 265, вот такая пачка. Вот такой желтый ценник. 265. Есть вот такие. Это все южнокорейские. 295. Вот. Пшеничная лапша для приготовления вок какого-то. 1135. Всякая тут лапшичка. Гречневая лапша. 1465. Вот, посмотрите, вот эти листы нори, получается 265. Ну, в принципе, цена чуть-чуть дороже. Там во Вьетнаме 200, ну, самая дорогая. Конечно, можно взять и за 150 тенге. Вот такие листы нори 2549. А вот такие листы, это наподобие, которые я брала, 855. Там же они стоят где-то 400 тенге, ну почти в два раза. Вот так вот получается. В общем, здесь у нас тоже не так уж и дорого.
всякие рамены. Вот какой-то карри рамен 520. Вот такое горькое 775. Ну, это вообще 259. Это, наверное, не рамен, скорее всего. Вот такой 886. Вот, смотрите, это рамен. Кореян. Рамен написано. Вот. Есть вот такой. А, это мастер-кан, это наш. Получается. Ну, в общем, вот. Такие лапшички у нас тоже. А я еще хотела взять фарш. Вот такой рамен 335 получается. Вот. В общем, вот так. Не знаю, фарш я найду или не найду. Там только салатики подают. Салатиков, конечно, тут очень много. Ассортимент очень богатый. Каких только нет салатиков. Ну вот. И всякие пирожки там, котлеты. Даже есть перец фаршированный. Но он очень нравится, быстро портится. Не знаю, тут самса есть. В общем, всего очень много. Страшная авария, посмотрите. Кошмар. И впереди машина. Все разбилось. Ужас вообще. Как так? Прям получилось. Средь бела дня. О, пришла со скиф-трейда. Пошла за фаршем. И как всегда принесла целую кучу. Нас только посылают. Ой, что-то здесь мокро. А, не мокро, просто мороженое там холодное. Так, ну что же я взяла? Сейчас покажу. Взяла мороженое. Наверное, вот это очень вкусное. Пломбир на сливках. Эти вот мишка на цельном молоке. Оно уже растаяло. Срочно надо в морозилку. Вот такой пломбир. Снеговичок. Вот так он в шоколаде, видимо. Вот. Баварские сосиски, кошкин, корм. Вот такой еще. Давно не было бы такого корма. Лакомство такое с кошачьей мятой для кошки, для Марсика. Сыр ламбер. Так, на 3292. А стоит 6583 тенге. Молоко Савушкин взяла. Значит, фарш говяжий. Ох, я же хотела его со свиной перемешать. Не знаю, теперь когда растает, только к завтрашнему дню. Значит, горошек и кукуруза сахарная. И еще я шила подушечку. Сейчас покажу, какая у меня получилась подушечка. Так, эти у меня чехлы на кресло. Я их укоротила. Потому что были сильно длинные, я их подгибала постоянно. Вот. И, значит, у меня там в зале была подушка такая. Корейская, типа корейская. Я сделала вот такую подушку. Из остатков ткани. Вот внутри гречневая звезда. Смотрите. Тут замочек. Вот такая прелесть получилась. Кстати, это мороженое, которое по 340. На сливках. Очень вкусное, ребятки. Ой, как я так захотела вот именно вот, чтобы было вафелькой вот так вот. Ага. Смотрю здесь. Ну что, друзья, я пока выключаю. Ютуб-каналы. А я пью зеленый чай жасминовый и ем мороженое. Так что, кто ужинает, всем приятного аппетита. И мне тоже. Арсюня здесь лазит, нюхает мое мороженое. Ну, конечно, он ничего не ест, кроме своего корма. Ага. И вот так вот зевает. Смотрите на это чудо. Все, что есть на полочке, он все скидывает. Скинул мой платочек.
которым я глаза вытираю, да? И что же еще, что ты хочешь? Что ты там увидел? А? Что ты там увидел, мой малыш? А, ты увидел там зубочистку. Ага. Ага, тебе надо взять ее ротик, да? Да? Добрался уже? Он прямо аж до верха все доходит. До верха пытается все достать. Мой засранчик. Ну, не надо это трогать, малыш. Ну, такой засранец. Ага, зубочистку увидел. Да? Лупоглазенький. Мой лупоглазенький. Угу. Посмотрите на этого красавца. А, это сурикат же. Это не кот? Это не кот. Это сурикат стоит. Да. Это настоящий сурикат. А? Бесстыжий. Оп. Да. Подскользнулся аж. Какой засранчик. Всем добрейшего утра. Как у вас настроение? У нас отлично. С утра уже сходила на йогу. Сделала фарш. Вчера нарезала баклажаны. Вот здесь они у меня с перцем. Буду делать козяча. Фарш у меня. Вот здесь чашки. А, на йоге я, короче, мне одна привезла малину. Вот малина здесь с сахаром посыпала. Остальная малина у меня в морозилке. Уложила их в контейнера и заморозила. Малину я брала по 1700 тенге за килограмм. Ну, у нее домашняя малина, вся чистенькая. Вот здесь вот так вот я вот заморозила ее. Вот, всегда так делаю, очень удобно. Получается, что это без сахара, мужу можно. Ну, от которой я сахаром сделала, это... Ну, это, скорее всего, мне. Ну, и муж будет чуть-чуть кушать, конечно. Так хорошо вот зимой от простуды. Вообще, витаминчики, вот так я люблю, вот свежую именно. Положить в холодильник. Сахаром и в холодильник. Чем просто варенье. Вот, ну а сейчас мы будем завтракать. Фарш я сделала, буду делать сейчас пельмешки. Вот такой у нас завтрак. Смотрите, вот хлебушек с маслом, сыр ламбер, тут колбаса солями, яйцо, каша гречневая и кофеек. Вот такой завтрак. Напила пельмешки. Так, здесь еще в морозилке тесто тут осталось. Ой, вечером приду, долеплю. Может, долеплю, может, не долеплю. Там фарша много осталось. Вот еще тут пельмешки. Может, котлетки сделаем. Посмотрим по настроению. Сейчас я их отварю. Будем обедать. Здесь у меня баклажанчики, вот, козяча. Вот, какая вкусняшка, вкусняшка. Пельмешки, и такой будет вкусный обед.